Доброго всем времени суток, с вами Texer, Dual Universe, и неожиданная новость, релиз. Релиз назначен на 27 сентября, соответственно, 22 сентября сервера уйдут на перезагрузку, и мир будет вайпнут. То есть все будет удалено, исключение составят только чертежи своих кораблей, естественно, не чужих, которые будут при персонаже, их оставят. И будет сохранена часть очков таланта, в зависимости, ну, какая-то доля от того, что прокачал за время беты. Я не знаю, сохранится у меня доступ в игру или нет, мой этот безлимитный. Но в крайнем случае я готов играть и, в общем-то, за абонентку. Да, игра в Стиме пока бесценна, но я думаю, она будет бесплатной, потому что это абонентка. То есть, ну, как бы, клиент игры, которая с абоненткой, глупо продавать за деньги. Так что, скорее всего, клиент игры будет бесплатный, а дальше за бабло. Есть будет также тестовый сервер бесплатный, но с постоянными вайпами. Он реальный, но там вайп там то ли каждые 3 недели, то ли что-то в этом духе. То есть, ну, зайти попробовать можно будет. То есть тоже полезная ботва. Ну что ж, давайте тогда я попробую чертежи снять. Чего я помнил, как это снимается. Ну, вот мотоцикл мне определенно нужен чертеж. Да, посмотрим. Так. Права. Вот. Вот этот вот. То есть в режиме строительства Create Core Blueprint. Blueprint, бля. А мне не дали, потому что у меня... Ну, в общем, это одаренный мотоцикл. Ладно, я такой, если что, построю. Не проблема. Так. Причем редактировать я его могу. Правда, смешно. Так. Так. Рифтер мой. Так. Тут. Черепашка. Я не уверен, что я буду прям вот это вот все использовать. Но мне просто жалко оставлять. Так, иди сюда. Инструкт. Бегемоть. Единственное, что я, наверное, не буду снимать копию вот с этого агрегата. Потому что он недостроен. Я, в принципе, всегда могу сделать его заново. Потому что, чтобы вы понимали, чтобы разместить чертеж, надо иметь все элементы в доступном складе. Вот все элементы в доступном складе, это очень огромная хренотень. Я строить это буду прям очень не скоро. И скорее всего у меня появятся какие-то другие идеи по поводу корабля. Да, то есть забавные элементы, которые я впоследствии хотел бы использовать, но я помню, как я их делал. Поэтому пока не будем. Это в чертеже. Что у меня? Мелкую собрал, ту мелкую мне не дают. Эту мелкую собрал, ну все. Перед, так сказать, релизом, вайпом и всем прочим, разработчики сделали знатную гадость. Идемте покажу. Они перекроили, собственно, весь крафт, из-за чего, собственно, наша база ни хренище не крафтит больше. Я, когда вернулся после отпуска, хотел с этим что-то сделать. Так. Но, как выяснилось, сделать ничего не надо, потому что вайп. Вот оно. Теперь нужны чертежи. Нужен шематик. 1С элемент, шематик, копия. Это нужно для конечных предметов. Это есть чертежи. То есть самые настоящие чертежи. Дата item. Да давай ты. Вот они. Вот это вот. Это теперь расходнички. Их надо покупать. Даже на топливо, черт возьми, надо покупать. И если вот это можно купить вот тут, в этом, в халявном,
халявной зоне, тут, допустим, ракетное топливо нельзя купить нигде. Варп-селы нельзя купить нигде. То ли их кто-то скупает, то ли хрен это. Вот скупка стоит, да? А продажи нет. Может быть, они не доделали. Но сейчас у нас получилось, что все наши корабли на варп-селах повисли напрочь. Потому что производить нельзя. Варп-селы не производятся в принципе. Правда, есть немножко халява. Для промежуточных предметов шематики не нужны. То есть только конечный крафт, когда получается предмет, который будет использоваться, двигатель, варп-сел, топливо, там, не знаю, кресло, для него нужно некоторое количество их шематиков. Они универсальные. Соответственно, каждый предмет требует сколько-то каких-то. Но производить их нельзя. И они не крутятся по кругу, как тот же катализатор. То есть используется у нас тут катализатор. Где-то тут он был. Вот. Катализатор. Он используется. Но он ходит по кругу. То есть колонна его произвела. Ну, с ним что-то произвела. Высыпала в конечную банку. Оно оттуда переместилось в стартовую. И еще раз прошло. И еще раз. То есть он используется, да, но он не расходуется и возвращается. Бегает по кругу. То есть он нужное количество засыпал, можешь пользоваться. Вот стоит атмосферное топливо. Шематиков нету. Атмосферное топливо, шематик нужен. 6 штук. На один цикл 6 штук. А топливо там производится? Сколько, кстати, производится за один цикл? Он производится порциями по 720 литров. Вот 6 штук надо на это. Нормально? Вы представляете, какие охапки нужны этих шематиков, чтобы снабжать топливом большие корабли? Это лютый пипец. Вот такую свинью продолжили разрабы с крафтом. Я не знаю, что с этим делать. Это останется после релиза. От этого никуда не деться. Но вот они этой расходкой странной обложили все. Прекрасная была схема с чертежами, которую было трудно, допустим, добыть. Что породил рынок чертежей целый. Но в результате делать вот такое... Блин. То есть все, мы теперь все игроки зависят от NPC. На разных планетах. И, соответственно, если не покупаешь у NPC эти чертежи, ты ничего не крафтишь. А покупать их нужно, не знаю, тысячами походу. Они недорогие, но вот эта постоянная привязка как-то сводит на нет всю идею завода. Очень хреново. Ну ладно, вернемся к релизу. Соответственно, релиз, да, запустится с этим дерьмищем с чертежами. И на старте будет ограниченное количество планет, там планет 5. Остальные будут добавлять потом. Потому что планеты будут перерабатывать. Обещают сделать на них больше биомов, сделать их красивее. Но я думаю, мы снова полетим на расколотую планету. Альянс Вортекс, в котором мы состоим, планирует некий групповой старт. Когда все это пойдет. Ну, я не уверен, что я в нем буду участвовать. Я вот эти групповые мероприятия не очень люблю. Ну, что они будут делать? Они под руководством, так сказать, начальника группового старта будут что-то делать для карпы, я более чем уверен. То есть, вы 10 человек идете добывать железо, вы 20 человек идете добывать медь. Мы все это потом сложим вместе, возможно, поделим или настроим кораблей для каждого централизованно. Это будет, возможно, быстро. Но у меня как бы свои планы на игру, поэтому, наверное, нет. Наверное, старт будет индивидуальный. Ну вот как-то так. Такие вот новости из мира игры. Короткое видео получилось. Я вообще думал, придя из отпуска, так сказать, пожаловаться вот на новый крафт и отправиться посмотреть на орбитальный рынок от Эгида, который висит где-то там. У Алиота. Ну, он вообще в центре между тремя планетами висит. Ну, какая разница. Где бы он ни висел. Взять маленький кораблик и сгонять туда, посмотреть, что там. Но сейчас смысла лететь смотреть нету. Поэтому, что ж, ждем релиза. А на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.